Привет. Узнаете меня? Ну, конечно, нет. Потому что я человек-угол. Да, я тоже супергерой, но, к сожалению, не такой активный. Дело в том, что в детстве родители поставили меня в угол, и, в общем, я до сих пор там стою. В углу, да, в углу. Конечно, я мечтаю о подвигах, но привычка. Понимаете? Привычка. Стою в углу и, в общем-то, мне нормально. А какие я планирую подвиги? В общем-то, никакие. А зачем? Моя жизнь пройдет здесь, в углу. Я человек. Угол, угол.